Ну, во-первых, что хочу сказать. 500к, миллион. Хочу заработать. Как мне это сделать? Нужно найти свою аутентичность. То есть, ну, мне кажется, люди будут очень жестко и зарабатывают очень много денег тогда, когда они находят свою аутентичность. Ну, типа, своя аутентичность – это, ну, то, что влияло на тебя всю твою жизнь, чем ты занималась в детстве, что тебя окружало, чем занимались твои родители и всякое вот это, ну, как бы, твои внутренние таланты, там, ты рисовала всю жизнь, или, там, что-то делала. И топить до конца. Нет, не топить до конца, ну, как бы, конечно, топить до конца, вот, да, но это нужно нащупать и просто, как бы, полностью в это погрузиться, этому отдастся. И тогда, я думаю, каждый человек может заработать дохуя денег. Вот. Прекрасный совет, которому я точно прислушаюсь. Ну, слушай, вот все-таки бриллиантовый альбом, бриллиантовая пластинка, это у нас 500 000 000, друзья, прослушиваний. Скажи мне честно, ты сам вот веришь в такие просто огромные цифры? Они реально огромные. Слушай, ну, 500 000 000 это реально. Ну, то есть, я не знаю... Понимание вообще. Да, честно, нет. Но я об этом не думаю. Знаешь, я как бы ощущениями больше как бы, ну, воспринимаю вот это все. Ну, типа, круто, необычно. Такого еще не было. Типа, я жестко в 2017 году или 2018. Ну, типа, проще. Типа, как бы вот, это реально круто. Как бы, вот. Ну, типа, новое ощущение, что-то новое, ну, как бы, круто. Окей, я поняла. Мне интересно узнать все-таки вот из всего альбома, я думаю, твоим поклонникам тоже будет интересно узнать, какой вот твой самый такой козырной, самый любимый, самый крутой, удавшийся, на твой взгляд, трек? Я только что уже задавал этот вопрос. Не знаю, я понял. Ладно, это трек «Миллион». Мне очень нравится. Понимаете, вот все, что можно и все, что нельзя. Да, да. Это «Миллион». Почему? Трек про то, какие мы пи***ты, и то, что у нас еще есть деньги. А ты помнишь, как ты писал этот трек? Да, да, я помню. Я уверена, может быть, было что-то необычное вот во время записи. Слушай, я помню то, что он быстро очень получился. Ну, типа, как и все крутое дерьмо, оно реально очень быстро получилось. На самом деле, в последнее время очень часто слышу от новых артистов, реально крутых, говорят, господи, вот эти вот треки, которые везде звучат, они пишут за 15 минут на коленке, да, на самом деле. Это правда. Но это как бы, ну, ни одно дерьмо, над которым я работал, там, знаешь, несколько дней, да, вот как бы долго писал. Короче, нужно сделать быстро, а потом уже это все там причесывать, прилизывать, там, ну, и понимаешь, как бы постпродакшеном можно заниматься. Я не знаю, хоть неделю, хоть месяц вообще, вот, там, сводить что-то там туда-сюда. Да, но основу, голос и, как бы, и саму идею нужно ее фиксировать прям сразу, потому что, ну, как бы, ощущение вот это важно. И, как бы, если ты придумал какой-то мотив или придумал какой-то припев, и он жесткий, ты такой, ебать, это так жестко, если ты его прямо тогда записываешь, то это считывается. Да, ну, может быть, это потому, что все идет от какого-то сердца, но как бы это странно ни звучало, то есть прям моментально вот через импульсы, а не от головы, через продумывание. Возможно, да, возможно, да. Ну, я очень хочу узнать, все-таки 500 000 000, это вот я не верю в эти колоссальные цифры, и я уверена, что с этим 500 000 000 еще пришли тысячи девушек в твою жизнь. Вот так ли это? Караулят тебя около дома очереди с бикини-модели, может? Нет, слушай, я двигаюсь с охраной, типа, ну, они ко мне не подойдут, даже если захотят. Вот. У меня есть девушка, я встречаюсь с прекрасной Анастасией. И она наняла эту охрану. Да, она за нее башляет. Мне нужна богатая сука. Да. Просто идеальный ответ. В общем, также я очень хочу узнать, давай идем немножко совсем, но чуть-чуть меланхолию. У тебя сейчас на самом деле, ну, все, мне кажется, есть. То есть все того, чего хотят окружающие люди, ты плюс-минус закрыл эти потребности. Но у нас скоро все равно Новый год. Да. Какое желание ты загадаешь? Ой. Слушай, честно, я об этом не думал. Да что бы ни происходило, хуй какой-то, знаешь. Что у меня все я вообще ни на что не жалуюсь. Я думаю, у меня есть все. Ну, как бы, начиная от здоровья, заканчивая родными, понимаешь, и как бы деньгами, всем остальным. Я чувствую себя
сильно, реально. И как бы, что бы ни происходило, знаешь, хуйни какой-то. Ну, какого-то пи***ца, знаешь, такого неожиданного, знаешь, как иногда бывает. Ну, как бы, да, не, ну, может, не все, типа, но, как бы, вот, ну, как бы. Вот чтобы такого не было, ну, как бы. Я, опять же, этого не боюсь, я справлялся не раз с такой хуйней, справлюсь еще, как бы, потому что это жизнь. Ну, как бы, да. Знаешь, вот. Что еще хочу сказать? Ну, я считаю, что это очень крутое желание, особенно когда ты наконец-таки уже получаешь плюс-минус то, что ты хотел, это растет большая ответственность. А еще я хочу заработать 500 000 000 в следующем году. А в этом году сколько? Ну, я не буду говорить. Но не 500 000 000, но поменьше. Но есть к чему расти в любом случае. И вот я хотела сказать последний тебе вопрос, когда вот мы сейчас нам рассказывали все эти цифры, как ты в мировом iTunes, в мировом Apple занимаешь первые строчки. Ну, не первые в мировом, но... Подожди. В iTunes. Spotify. Извиняюсь, Spotify, да? На третье, да, мама, по миру, это пиздец. Это круто, да. Да, мне говоришь, что это не первый строк. Не, в Apple Music там сингл залетел на какое-то 70-е место по миру, но это жестко, это все равно пиздец. Типа. Это пиздец, да, это круто. Вот, но Spotify поинтереснее. Миллионы артистов, прикинь, у тебя 70. Это что-то в голове не укладывается. К чему я имею в виду? Я вот сейчас общалась с твоими менеджерами, я сказала, что ты можешь повторить и даже, может быть, преувеличить это вот... ощущение группы Тату, когда они взорвали весь мир. Понимаешь? То есть ты же реально с такими цифрами, с такой музыкой, ты можешь весь мир просто сейчас перевернуть. С кем бы ты хотел из мировых звезд, может быть, фитонуться вместе? Слушай, ну, конечно, я бы хотел поработать со своими кумирами, это там Gucci Mane, там Future, Young Thug, типа остальные ребята. Но я понимаю то, что сейчас еще не время. То есть, вот. Как бы, я, не то, что сам не готов, я просто в этом нет смысла, понимаешь? Mm-hmm. То есть, я не гонюсь за коллаборациями с Западом, с англоговорящими, типа, челиками. Ну, как бы, может, потому что... Нет, я объясню, потому что, как бы, пока я не начал говорить на английском полностью и делать свою музыку полностью на английском, это не имеет смысла. Они не поймут это, понимаешь? Я, опять же, вся музыка... делается в любви. И вот, а как бы, когда человек не понимает, что ты говоришь, он не может тебя любить. Понимаешь? Но в планах есть. Потом, когда-нибудь, возможно. Почему нет? Да, действительно. Поэтому давай мне 5. Я пошла лично, послушаю 500 000, 500 000, миллион, миллион. И буду выстраивать план, стратегию, чтобы его заработать скорее. Заебись. Все, 20 в следующем году, еще одна такая же. Договор? 10 таких. 10 таких? Да, изи. Ты пообещал? Да, все, да. Все на изи. Выключай.